просьба следующего характера. Я глава города, Тетенков Игорь Петрович. Мы неоднократно обращались к вам, чтобы вы навели порядок на прилегающей территории. Убрали незаконную рекламу. Отмыли, соответственно, фасады. Убрали, значит, прилегающие территории. Этого не сделано. Я даю срок еще 10 дней, чтобы это все было выполнено. Если нет, соответственно, мы дальше продолжаем меры взыскания в отношении вас за нарушение правил благоустройства. Девушки все здесь, и мы, зная, что вы не выполняете, вместе с главой города, вынуждены сегодня идти еще раз предупреждать. Передайте привет большой руководителю, и пусть, пожалуйста, отреагирует на просьбу главы города в рамках благоустройства города.